Испытание на прочный спортивный капотник МАЗ примет участие в гонках в Африке. Это первый боевой выезд для белорусских гонщиков на капотном автомобиле. Дебютом станет марокканский ралли-рейд «Десерт Челлендж». По уровню сложности марафон сродни всемирно известному «Дакару». Беларусь представит два экипажа МАЗ «Порт Авто». Через пески, дюны и камни новый капотник поведет опытный гонщик Сергей Визович. Грузовик прошел тест-драйв, на нем выезжали в Астрахань. Но настоящим испытанием станет гонка в Африке. Машина с первого раза наверняка будет иметь какие-то технические проблемы. Надеюсь, что они будут очень мелкими. И те проблемы, которые нас ждут на этой гонке, не повлияют на окончательный результат гонки на генеральную классификацию. Конкуренция серьезная. 35 именитых экипажей. Белорусская команда, конечно же, рассчитывает на пьедестал у опытных дакаровцев. Все шансы на победу. Экипажи уже покинули Минск. Гонка стартует 12 апреля.